Здравствуйте, я 17 лет работаю в Сеуде. Я медбрат в течение 17 лет здесь, в общей терапии в Вольфсоне. Сегодня мы вышли на забастовку из-за большого количества пациентов, что не дает нам возможности дать им нормальное лечение, следить за ними. Положение длится очень долгое время. Это очень опасно для людей, которые у нас лечатся. И мы хотим изменить положение к лучшему, чтобы было больше медсестер, которые смогут делать лучшую работу, чтобы открыли еще отделение, и убрали нагрузку существующих отделений, чтобы можно было нормально лечить людей и дать им нормальные условия во время их пребывания в больнице.